современном обществе вакцинация играет значительную роль в сохранении здоровья людей и снижении заражения различными болезнями. Сезонные прививки от гриппа для многих стали уже привычной процедурой, но врачи напоминают о необходимости прививаться от еще одной группы заболеваний. Пневмококковая инфекция является одной из главных причин детской смертности даже в развитых странах. Впрочем, опасны они и для взрослых. Пневмококковая инфекция, которая вызывает менингит, отит, пневмонию, бактериемию и так далее, это очень серьезные последствия организма, и в результате чего даже может привести к летальному исходу. Поэтому я как врач рекомендую прививаться. О безопасности детей позаботилось государство. В Российской Федерации прививки против пневмококковой инфекции проводятся детям до 1 года и далее. Вакцинация от пневмококковой инфекции уже включена в национальный календарь с 2014 года, с января. И эта вакцина прививает детям с 2 лет до 5 лет. А вот взрослым стоит самостоятельно позаботиться о своем здоровье, особенно из групп риска, куда входят лица старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями легких. Вакцинация показана абсолютно всем. Детям от 2 месяцев и также взрослым до 65 лет и так далее. Но есть схема вакцинации. Вакцина начинает проявлять свое действие после 3 недель и сохраняется до 5 лет. Современные вакцины от пневмококковых инфекций надежны и безопасны, но существуют противопоказания. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.